Привет, друзья! Ну что, будем закругляться? Мы закончили даже с нашей добавочной одной недели. Уже прошли все 28 дней. Вам верится? Здорово, правда? Мы поработали над собой, мы хорошо провели вместе время, мы во многом разбирались. И сейчас хочется отметить каждого из вас и поблагодарить за то, что вы были с нами, за то, что вам захотелось. И девушки, которые вообще первый раз. Это Оксаночка, которая просто по объявлению мне позвонила и сказала, я хочу присоединиться. Молоденькая мамочка, у которой много деток. И один ребеночек меньше второго. И такая умничка. Она с утра нахаживала 10 тысяч шагов, а потом плюс еще в течение дня и заботы, и дела. И все равно она старалась. Когда я ее увидела, где-то около недели прошло, и это уже было видно по ее внешнему виду, что результаты уже есть, и она энергичная, прибежала. Мне нравится, я все делаю, я все читаю, я все выполняю. Здорово. Наша новенькая Татьяна Красногоров тоже. Мы очень рады, что вы присоединились, и надеемся, что вам комфортно было, и что-то вы полезное для себя взяли вместе с нами, потому что мы очень старались. И девушки, которые все время возвращаются к нам снова и снова. Это Ольга Саус Каролайны. Гордимся вами, Ольга, что вы работаете, что вы не сдаетесь. Наши сестрички Олечка и Светочка с Украины. Любим вас, обожаем, рады, что вы были с нами. Нам было уютнее и теплее, что мы знали, что вы с нами в группе. Мы за вами очень сильно скучаем и любим вас очень сильно. Очень хорошо, что к нам все время возвращается Кейт, которая работает над собой тоже. И первый раз, когда она к нам все-таки присоединилась через хороший промежуток времени и все-таки захотела, и мы очень рады, что ей понравилось, комфортно, и она каждый раз, когда запускалась новая группа, она присоединялась снова и снова. Здорово! Потом хочу отметить Юлечку с Канады. Спасибо, Юлечка, что ты была с нами, наша красотка молоденькая. И работала над собой, я знаю, я с тобой общалась. И мы продвигались вместе в этом интересном таком путешествии. А Наталья Морозова, я очень рада, что вы присоединились и все-таки были с нами. И я помню наш последний разговор, когда вы решили, ну, иду в группу, потом нет, не иду, сама буду работать. Я думаю, что вам было хорошо, весело с нами и понравилось. И, конечно же, спасибо вам всем, что тем, кто участвовал в нашей игре, напоминалок, что вам передавали эстафету, и вы думали об этом, и вы проявляли интерес к этому, и работали тоже, и поднимали, и приветствовали всех остальных на следующее утро, каждого следующего дня. Спасибо вам большое. И очень хочется отметить Танечку Бондаровскую, которая мне так понравилась. Сегодня — это твое завтра. Мысль — начало всего. И мыслями нужно управлять и работать над ними. Правда. Сначала мысль, а потом действие, потом отношение к этому и результаты. И от нас зависит, как мы мыслим и что мы хотим от следующего мгновения. Здорово. Наша Лана Репин, наша молоденькая красотка. Хорошо, Светочка, что ты была с нами. Я думаю, что все-таки вот ты искала со всех сторон, и мы вместе с тобой искали, что же, как же правильно, что, с какой стороны подойти, чтобы был еще больше результат. Ты работала, ты старалась, я знаю, что у тебя есть результаты, мы с тобой еще встретимся и подведем итоги. Здорово, очень рада за тебя. Светочка Шершун, твой тонкий юмор – это просто класс. Каждый твой текст читала и слышала и видела, как ты это говоришь, весело, с азартом, с такой изюминкой. Обожаю тебя. Спасибо, что ты участвовала все время в группе и была активна, и с тобой комфортно и очень классно. Обожаю. Анечка Галитарова с Канады наша.
такая хорошая девочка нежная, так хорошо участвовала, активно, и выставляла нам напоминалку, и фотографии, и видео. Кстати, про видео, про фотографии мы еще дальше, у нас продолжится тема, само собой, конечно же, розыгрыш. И спасибо тебе, девочка, большое, что такая была активная, ты так хорошо, серьезно к этому отнеслась и участвовала тоже вместе с нами. Олечка Комарова, я еще чуть не сказала еще девичью фамилию, когда ты позвонила где-то больше месяца назад и сказала, что ты следишь за нами в соцсетях и тебе захотелось присоединиться. И когда ты захотела тоже с нами на программу, сначала мы с тобой вместе шли, а потом все-таки в группу, вот когда ты это сказала, что ты хочешь, я уже тогда знала, что ты будешь серьезно к этому относиться, будешь работать. Настолько стойкий человечек, настолько ответственный и добрая, и отзывчивая, и хозяечка. Классно с тобой общаемся, когда разговариваем по телефону, сколько, час-два у нас уходит, это, в общем, наговориться не можем. Но ты далеко сейчас, в Аляске, и, конечно же, мне с тобой приятно общаться. Здорово. Ниночка Ермакович, спасибо вам большое. Вы возвращаетесь, работаете с нами вместе все время. И вы ответственны. Я знаю, Ирочка рассказывает, что вы, у вас хорошо получается, и ваш муж вас поддерживает, и стараетесь вместе. Очень здорово, гордимся вами. Нам приятно, что у нас такая классная команда, и вы вместе с нами. Спасибо вам большое. Мэри Поляков, наша девушка, тоже с Мизури. Возвращайтесь, работайте. Ирочка рассказывала. Спасибо вам большое за активность и за то, что вы возвращаетесь и вместе с нами работаете. Мы лично не знакомы, но мне приятно, что вы с нами. Сейчас, секунду, Мэри и Мира. В общем, девушки, мы рады, что вы с нами. И, по-моему, Мэри, это девушка, которая нам с английским подсказывала, помогала в меню, то, что мы там немножечко не досмотрели, спасибо вам большое. А Мира к нам возвращается. Вот, девушки, познакомимся, мы скоро будем в ваших краях, мы выезжаем, надеемся, познакомимся и увидимся. Мы хотим. Наша Любочка Забаренко, спасибо вам большое за активность, за то, что вы были с нами. Я знаю, вам рекомендовала ваша родственница, которая у нас тоже была, Леночка, на программе, и вы все-таки приняли решение присоединиться. Здорово, мне очень понравилось с вами работать, и когда вы пришли через 2 недели и заглянули за пробиотиком, и потом все-таки на приборе проверили, это еще одно доказательство, как интересно внутри идет перераспределение, потому что во внешнем виде это было видно уже. И цветущая, и сияющая, и постройневшая. Но на приборах это просто был замечательный результат. И вы отличный пример и показатель для других работы над собой. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Инночка Поважнёк. Настолько человек уже, когда только вошла к нам в дом и увидела рекламу, брошюрки, книжечки, именно с этой программы, с Detox, и она уже захотела, здорово, присоединилась к нам и работала. Я знаю, что мы когда с вами общались, и вы сообщили, что вам комфортно, что вам нравится, и вам очень жалко, что группа заканчивается, и мы потом продлили, и мы еще поработали. Тем более вы замуж выдаете доченьку, и вы хорошо будете себя чувствовать, и более легко, и комфортно. Очень рада за вас. И еще процедура у нас скоро с вами. Обязательно. Танечка Ткаченко, такая хорошая умничка наша. Танечка, молодец, возвращайся, работаешь. Профилактика всегда нужна, всегда девочке нужна. Очень здорово. Сергей Поляков закончил нашу эстафету напоминалок. Мужчина закрыл нашу тему. И спасибо вам большое, что вы участвовали, что вы были в нашем в основном таком женском коллективе, и что вы
поработали над собой, и я думаю, что у вас все прекрасно с вашей супругой. И, конечно же, обязательно хочется поблагодарить Ирочку Полякову нашу за то, что она такая умничка, активная. Это человек, который, в моем понимании, это практически два разных человека. Когда она сначала работала над собой очень сильно, когда я ее раньше знала, это просто человек говорит о одних болезнях, о одних недомоганиях, и потом включается и работает над собой очень долгий период. Это не то, что один курс пройти и все, работала целеустремленно, и ее нельзя было сбить с пути, потому что когда мы даже один, у нас был праздник, ужин, мы садились за стол и все кушали после 7:30. Ирочка, нет, она сказала, уже поздно, я уже не буду. Я немножко дома поужинала, и я не буду. Настолько стойкий, и в таких мелочах сначала она себя стала проявлять, было очень интересно, а потом я все-таки поняла, что это настолько дисциплинированный человек, настолько жадный до знаний, потому что какие классы, какие преподают разные учителя, именно тема здоровья, диетологии. Ира везде берет классы, везде у нее уже этих сертификатов очень много, она старается. И нам повезло, что у нас специалист с такими огромным, таким обширным багажом знаний. И, конечно же, мой Павлик, как нутрициолог, он предоставлял нам тоже информацию о дополнительных добавках, которые очень важны. И когда вы приходили к нам домой, и кто на приборах проверялся до и после, то вы замечали и видели, что насколько это важно. И нам очень приятно, что мы все вместе прошли этот курс. Мы поработали, мы пообщались, узнали больше друг друга. И здорово, что это не заканчивается. И, конечно же, мы будем продолжать. И, конечно же, мы будем стартовать опять в конце месяца. И кто желает, приглашаем вас к нам на этот прекрасный марафон здоровья. И здорово! До скорых встреч, друзья! Пока-пока!